Приветствую вас, друзья! Благодарю, что вы со мной. И спасибо вам большое за поддержку. Дом необходимо периодически чистить. Вот точно так же, как мы стираем периодически свою одежду, точно так же нужно чистить и дом, квартиру, где вы живете. И не только от физического мусора, но и от энергетического тоже. Потому что в дом ваш могут быть вхожи какие-то люди. Могут быть с какими-то разными и не совсем хорошими намерениями. Вы можете иногда прийти в дурном настроении дома быть. Или произойти какая-то ссора, может быть, в доме между домашними, между своими даже. И это все накапливается, вот эта темная энергия, и искажает вот энергетику дома, искажает пространство. Отсюда могут быть разные неприятности. Из дома может благополучие уйти, болячки разные начнут цепляться и так далее. Поэтому дом периодически нужно энергетически чистить. Как это сделать? Есть очень хорошая, простая практика. Делать ее нужно в светлое время, независимо от фазы Луны. Сделайте так. Вот сейчас все пользуются пылесосами, а раньше, ну, в старину, даже не в такую далекую старину, совсем недавно, пользовались веником, выметали мусор из дома. Так вот, сделайте так же. Возьмите веник и из дома, из самых дальних комнат начните и в сторону порога, входной двери, выметите весь мусор. И когда это будете делать, делайте медитативно, вот с чувством, что вы вместе с мусором выметаете порчу, негатив, обиды, злобу, вот всю черноту, вот все, от чего хотите, чтобы ваш дом избавился, все это выметаете. Вот такая вот медитативная уборка. Смели мусор к входной двери, к порогу, соберите его в пакет, сметите, завяжите и скажите такие слова. Мусор из дома в дом благодать. Истинно. И после этого нужно сразу же этот мусор отнести в помойку. Ну, туда, куда вы на улицу выбрасываете основной ваш мусор. Выбросили там, и те же самые слова еще раз, вот этот же заговор, произнесите. И вот после этого ваш дом очистится от негатива, от порчи, вот от какой-то напряженности в доме. То есть вся чернота, все это уйдет, и вы это реально ощутите. И вот такую практику, ну, желательно делать периодически. Может быть, раз в неделю, может, раз в две недели. Вот как почувствуете, что в доме что-то не так, сразу же смело можете такую практику делать. И дом ваш будет очищаться от зла. И еще, друзья, может ли ложка соли, одна ложка соли, обнулить всех ваших врагов? Да, может. Очень хорошая, простая и сильная практика. Обязательно посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.